Привет, друзья! Может, кто-то столкнулся с такой же проблемой, что и я. Холодильник Samsung двухкамерный, no frost. Морозильник работает нормально, а вот холодильный отсек стал так морозить, что все овощи и даже яйца в лед. Посмотрел в интернете, может быть, говорят, что просто переключить надо. У меня и так на слабом было положении колд, но хотел отрегулировать, вообще поставить на минимум, но его заклинило. Заклинило так, что он не крутится. Я сразу понял, в чем дело. Скорее всего, там лед внутри. Итак, что нам надо это все снять. Постоял он у меня всю ночь, чтоб размерзлось все. Никаких результатов не дало. Как видите, полки я уже отсюда все убрал лишние, чтобы хорошо подлезть. Вот эту полочку тоже надо вытащить. Итак, кстати, как снимается, все знают, как это. Вот, чтобы заменить лампочку, можно просто вот здесь вот, вот эту крышечку снять и все. Итак, надо снять отсек, где лампа стоит, выкрутить вот этот вот шуруп. У меня на одном, может, у кого-то на двух, у меня на одном. И с помощью отвертки вот так вот поддеть. Там клипсы выскакивают. Она снимается. Так вот. Вот, посмотрите. Вот здесь вот. Сейчас я камеру подведу поближе, чтобы видно было. Вот, видите, вверху? Вверху такие шахты, откуда тоже идет холодный воздух. И если у вас, видимо, крышка тоже, или не крышка, а это дверца, была часто открыта, особенно это летом происходит. И там скапливается конденсат и замерзает в лед и, видимо, перекрывает. Видимо, перекрывает внутри регулятор, все льдом покрывается. Замыкает, может быть, он контакты, хотя говорят, лед типа не проводник. Но вода есть вода, может быть, она там и не сильно дистиллированная. Перекрывает контакты и, видать, эти контакты встают на самый холод. Перекрывает, что морозит он на всю мощность. Ну, результатов не дало. Будем действовать по-другому. Я имел в виду, результатов не дало, что стоял он у меня целые почти сутки. Итак, друзья, теплой водой, не сильно горячей, я пролил вот эту вот шахту всю, там было все во льду, полностью все, как еще не расперло льдом, вообще мог пластик треснуть. И я вот здесь все промывал до такой степени теплой водой, пока вода не пошла вот отсюда. Вот, посмотрите, я все здесь оторвал. Посмотрите, вот температурный датчик. Сейчас я вам покажу его. Вот он стоит здесь. Видно. Вот здесь все было заклеено вот такой бумагой. Здесь был поролон. Он был все здесь мокро было. Пришлось все здесь оторвать. Сейчас воду закрою. Пришлось здесь все оторвать, посмотреть. Там тоже было все во льду. Естественно, регулятор не работал. Все было заклинено. Ну все, сейчас все это надо будет просушить. То есть
Все теперь работает у меня. Здесь все крутится, все нормально. Сейчас мы просушим и будем дальше все заклеивать. У меня простояло на окне всю ночь, все подсохло. Сейчас всю эту бумагу лишнюю я удалю. Вот взял малярный скотч. По-моему, тут и было обклеено. Единственное, я вот не знаю, нужно ли сюда такой же поролон тонкий приклеить. И для чего он был, я тоже не знаю. Чтобы прижималось, что ли, это все. Непонятно. Но думаю, наверное, я попробую сейчас вырезать, получится у меня или нет. Я вот взял кусочек старой губки. Сейчас попробую отрезать вот такой тоненький кусочек. Если у меня получится, конечно, обычным ножом. Хорошо получится, наверное, кто в ресторане работает, колбасу нарезает. У них, наверное, это дело на профессиональном уровне все стоит. Я не знаю, как получилось. Ну, как попало, конечно. Ну, ладно, заклею я. Заклею. Ну, все, теперь вот так вот скотчем. Нужно будет даже вот так вот оно было заклеено. Таким вот образом. Ну все, сейчас заклеиваю, продолжаю, пока все не заклею. Итак, друзья, как видите, как смог, так я и заклеил. Не знаю, толщина теперь станет или нет, вот здесь поролончик. Ну, попробовал сделать так же, как и было. Ну все, будем устанавливать назад. Так, устанавливаем назад ручку регулятора. Проверяем, что все теперь крутится. У меня вообще не крутилось, абсолютно. Ну вот, как видите, теперь все нормально крутится. Вот, посмотрите, тут есть такие рога. Они встают вот в эти дырочки, посмотрите. Вон наверху. Вон две дырочки. Вот эти вот рога надо туда нам пропихнуть. Вот они встали. И довольно-таки не очень хорошо заходит все это. Регулятор даже выпал. Теперь до того все стало свободно. И вот так прям защелкивайте руками. Все, вроде бы теперь надо только попасть еще вверх чуть-чуть. Вот. И закручиваем. Закручиваем, как бы камеру поближе поставить. Закручиваем вот этот вот шуруп. Вот эти все защелки должны защелкнуться. Сильно не перетягивайте, все-таки тут все пластик. Регулятор ставьте, вот посмотрите положение какое, вот здесь срез, и здесь вот срез.
Вот так же и ставьте, чтобы он вошел в свои пазы. Ну что, установили все. Я первый раз, когда менял лампочку, не мог понять, как открывается, но потом дошло. Она просто защелкивается. Вот эта пластина пластмассовая просто защелкивается, матовая. Ну, собственно, все, друзья. Начинаем собирать полки и включаем холодильник. Так, холодильник загружен. Полочки все установлены. Проверьте, чтобы правильно открывалось вот это все. Включаем холодильник, проверяем, чтобы лампа горела. Все, он заработал. Поставил я, вот есть cold, это когда минимальная загрузка продуктов. Я поставил даже немножечко, вот чуть-чуть поменьше. Ну все, друзья, если видео вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите. Пока-пока.